Мы в доме Господнем. Благодарим Господа Бога нашего. Посмотрел сегодня по многим церквам, как правило, везде и всюду. Поздравляют с Днем Матери. Это резонно, это благословенно. Тем более, я вам скажу, не было бы мам, ответьте, где бы вы все были? Без мамы и папы нету. Так что, а есть мама и есть папа. Полная, хорошая, благословенная семья. К нам приехали внуки на выходные. У них столько было радости. Я не совсем замечал, потому что я был с ними, я им уделал время. Но жена заметила, что у меня к ним интереса куда больше, чем у них. Мне хотелось их сфотографировать, мне хотелось с ними побыть, мне хотелось с ними поиграть. У них радости. И говорили: дед, сегодня что-то будет, ох, пострадает ваш дом. Ну, слава Богу, все хорошо, не разнесли, не пострадал, все было хорошо. Была радость, было веселье. Итак, дорогие мамы, бабушки, тети, поздравляем всех вас с Днем Матери. Чудесно, благословенно. Похоже, мы сегодня услышим значение матери, как все важно, как серьезно, как Бог смотрит на это, как Библия пишет о всем этом. Моя же задача сейчас привести вас к тому, чтобы нам помолиться Господу, чтобы нам благословить имя Господне, благословить тех, кто остался дома, благословить тех, кто в дороге, благословить тех, кто болен, благословить тех, кто в нужде, кто в переживании, помолиться о всех. Дивен наш Господь, Он достоин славы, Он достоин чести, Он достоин хвалы. Поэтому сегодня буду читать следующий, 97-й Псалом, 1, 4 и 5 стих. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. Восклицайте Господу вся земля. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Наша цель сегодня в Доме Божьем, и хотя в такой теме, но дать должную славу и хвалу Господу Богу нашему за Его чудесную милость, за Его заботу, за наших мам, за наших бабушек, за то все усердие, которое они приложили, вложили в нас, в нашу жизнь. Имя нашего Господа да будет возвеличено. Имя нашего Господа да будет прославлено. Я приглашаю всех вас для молитвы. Давайте мы встанем и прославим Господа Бога нашего. Слава Богу, дорогие церковь. Хороший сегодня день мамы. Притчи Соломона 23:25 так написано. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Когда ребенок падает с велосипеда или просто падает, куда он бежит? Он бежит до мамы, потому что мама может утешить. И так и само христианство. Когда мы падаем, мы можем идти к Иисусу, что Он нас утешил и поднял. Аминь. Иду в Твое присутствие.
церковь, Господь, мы стоим пред Тобой с открытыми сердцами, Господь. Благослови нас, Господь. Дай нам славить Твое имя от всего сердца, Господь. Мы пришли, Господь, дать честь, Господь, нашим матерям, Господь. Благослови их, Господь, за их все старания, Господь. Они так стараются и заботятся за всех нас, Господь. Благослови это служение, наши остальные песни и проповеди, и всех благослови нас в остальное время. Аминь. Yeah.
священное.